Если ваши домашние цветы тусклые, хилые, плохо растут, пожелтели, не хотят цвести, тогда можете попробовать их подкормить одной простой органической подкормкой, которую я покажу, как приготовить в этом видео. Данная подкормка старинная и довольно эффективная. Заключается она в использовании яичного белка. Белок содержит множество полезных веществ для растений. Он даст цветам азот, различные аминокислоты, немного фосфора, благодаря чему листва станет более крупной, более насыщенного яркого цвета. Улучшится рост растений, они обязательно скоро зацветут. Чтобы приготовить удобрение, нам понадобится один белок и полстакана воды. Наливаем белок и воду в банку. Банку закрываем крышкой и настаиваем раствор 5 суток. После чего разводим получившийся настой в 1,5 литра воды и поливаем цветы под корень по влажной почве. Подкормка будет иметь определенный запах, но зато она будет полезна для растений. Если у вас много цветов, вы можете сразу приготовить побольше подкормки. Тогда положите в банку больше белков и добавьте больше воды. Настаивайте такое же количество дней и разводите 150 мл подкормки в 1,5 литра воды. Спасибо за интерес к данному видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.